Ателье вина «Абрау Дюрсо», недавно открывшееся в Анапе, выводит винную культуру на новый уровень. Оценить качество продукции виноделин как Краснодарского края, так и Ростовской области, входящих в группу компаний «Абрау Дюрсо», можно на презентациях, которые здесь планируется проводить регулярно. Дегустационный сезон открыли с презентацией игристых и тихих вин усадьбы «Дивноморская». Наша компания образована в 2009 году, и в 2010 году мы уже высадили 27 гектар. Это была историческая зона для виноградарства в селе Дивноморском Геленджикского района. У нас сейчас уже есть достаточно интересный ассортимент, чтобы привлечь самого изысканного потребителя, но работа постоянно ведется и появляются, и есть идеи над новыми позициями. Три кита, на которых строится работа винодельни, это уникальность природного ландшафта для выращивания лучших сортов винограда, современное технологическое оборудование и интернациональная профессиональная команда. И, как признается энолог винодельни, нет вин лучше или хуже, нужно просто найти свое. Как раз для этого и устраивают подобные презентации. Мне очень было интересно, как рассказывают о винах. Я для себя очень много интересного почерпнула, и хочу сказать, что этим прям нужно интересоваться, заниматься, это прям целое искусство. Гастрономическое сопровождение, устрицы и сыры собственной экологической фермы «Абрау Дюрсо». Представители ресторанного бизнеса отмечают высокий уровень организации. Такие мероприятия для Анапы в новинку, однако они полезны как для производителей и потребителей, так и для партнеров. Открытие бутика «Абрау Дюрсо» в Анапе – это важнейшая веха в развитии винной культуры в этом городе. Для меня, как для ресторатора, такие мероприятия, конечно же, очень нужны и интересны, потому что именно на них люди могут попробовать эти вина, понять, что они им нравятся, и в итоге заказать их у нас. В ближайших планах проведение презентации вина «Абрау Дюрсо» и «Русского икорного дома», продукция которого также представлена здесь. Ателье вина находится по адресу проспект Революции 3.